Just your voices. Alleluia. Alleluia. Davibo. Alleluia. Нашими голосами. Боже, мы поклоняемся Тебе. Твоем наш царь, Вера, Рассо, возвышаем Господь.
Father, tonight, Отец, сегодня вечером, in this your house of prayer, в этом доме молитвы, we pray for nations right now. Мы молимся за народы. We pray for the nation of Ukraine. Особенно мы фокусируемся об Украине. How you love this nation, Father. Ты возлюбил эту нацию, Господь, так сильно. How you are making a bride that is preparing herself. И ты приготовляешь невесту. We ask you, Lord. И мы просим, Господь, тебя. We ask for your protections over мы просим, this nation. Чтобы ты сохранил этот народ, эту страну. We declare Psalm 84. Мы провозглашаем 83-й псалом. Will you not revive us again? Господь, пробуди нас еще раз, пробуди нас. That glory may dwell in our land. Чтобы слава твоя почила на этой земле. We pray for the glory of God. Мы молим о славе Божьей. To cover Kiev. Чтобы покрыла Киев. To cover Odessa. Одессу. To cover Николаев. Николаев. To cover Кемелинский. Кемелинский, Днепропетровск, Харьков. And you name some more of them. Львов, Ровно, Боже, покрывай всю Украину. Thank you for the glory of God. Спасибо за ту славу Божью. Thank you for your glory in this house. Эта слава, которая в этом молитвенном доме. We thank you that you said that the glory of the latter house. Ты говоришь, что слава последнего дома would be greater than that of the former house. Славы прошлого. Thank you, Father. Just like before I share this word. We can lift our voices one more time. Еще раз мы поднимем наши голоса. Hallelujah. Hallelujah. Once again, еще раз. Аллилуйя. 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 Give him praise right now. Прославим его. Давайте прославим его. Give him praise in this place. Hallelujah. In John chapter 16. Just a second. We left off here last night. Те, кто были в прошлый вечер здесь, and, мы говорили из Иоанна 16 главы. Jesus was speaking that there would be a joy that no one would take from us. И мы говорили о том, что Иисус говорил о ситуации, которая мы говорим о том, что радость, которую Он даст, никто эту радость не может от нас будет забрать. And I quoted this last night, but I want to start here tonight. Я говорил прошлый вечер это и начну сегодняшний вечер с этого же провозглашения. Until now, до сегодня, you have asked me nothing. Вы ничего, ни о чем не просили. Ask that you that you will receive. И вы примете, that your joy и ваша радость might be made full. Чтобы она была совершенна. Would you look at your neighbor? Посмотрите направо, налево к вашему соседу. And ask them, is your joy full? Спроси, у тебя вообще радость совершенна или нет? Полнота радости есть? And так. I just want to
talk before I go into John 17 about the prayer life of Jesus. Перед тем, как я перейду в Иоанна 17 глава о жизни и молитвенной жизни Иисуса. But first I want to look at 24 again. Я ещё раз хочу посмотреть на 24 стих 16 главы Иоанна. And I want to start with a story. И начну с истории простой. Remember again. Помните. Story time does not technically count against preaching time. Что, говоря истории, они не уменьшают времени проповеди и самой. So I would, you can laugh, ha-ha. Ага, можете посмеяться немножко. Имеется в виду, что он расскажет историю, но проповедь еще продлится столько, сколько нужно. So I was in Illinois. Я был в штате Иллинойс. The anointing had come. И в одной из церквей было присутствие очень сильное Божье. And roughly about 300 people. И где-то примерно 300 человек. Were on their backs. Они. On their backs and under the power and glory. Они лежали на полу во славе Божьей. But the anointing was still flowing. А движение Духа еще продолжалось. So I didn't want to waste it. И я не хотел это все как бы марно, что происходило, да, просто так. So I put my own hand, я взял мою руку, on my head, положил себе на голову, and went down. И, знаете, тоже меня накрыло. And when I went down on my back, и когда я тоже как бы так под движением Духа свалился, I immediately, сразу же, was taken up into heaven. Я пережил то, что мы говорим, восхищение. And I was so close to the throne. И мое переживание было таким близким к престолу Божьему. And so I had this idea. У меня пришла идея в разум. Wow! Wow! I'm so close to the throne. Вот я так близко к престолу. I can ask him for anything. Смогу теперь спросить все. So I just asked for three things. Я спросил о трёх вещах. I said, Lord. Я говорю, Господь. I ask you. Прошу тебя. To fill me with more of your love. Наполни меня ещё больше твоей любовью. I ask you to fill me with your glory. Наполни меня ещё больше твоей славой. I ask you to fill me with your grace. Ещё больше наполни своей благодатью. These are like not like asking for, you know, like a new Mercedes. Это не то, что как бы просить какой-то новый Mercedes или Audi новое. They're like just kind of spiritual things. Какой-то такой духовности хотелось у него просить. And all of a sudden a shame came over me. И вдруг чувство стыда пришло на меня. And I said, "Oh, Father." Я говорю, Господь, Отец. I'm so sorry. Прости меня, прости. It seems like every time I am before you. Похоже, что каждый раз, когда я стою перед лицем твоим, I'm always asking you for something. Похоже, что я постоянно о чём-то тебя прошу. Don't you feel used? Не чувствуешь ли ты себя использованы всеми нами? And with loving thunder he spoke these words back to me. И таким любовным громом он прозвучал в своем голосе простыми словами. I cannot feel used. Я не чувствую себя использованным. Because I came to give. Потому что я пришел, чтобы отдать. And then he began to put scriptures up on a screen that I could see. И я начал видеть, как будто эти места Писания передо мной начали всплывать. And the first thing, и первое, что я увидел, the first scripture he put up, первое, что я увидел, was John 3:16. Иоанна 3:16. For God so loved the world. Ибо так возлюбил Бог мир. That he gave, что он отдал, his only begotten son, своего сына,
That whosoever believes in him should not perish. И каждый, кто будет верить в него, не будет страдать или не будет наказуем. But have everlasting life. Но будет иметь жизнь вечную. Because God did not send his son to condemn the world. Ибо Бог не послал сына своего, чтобы он осудил мир. But through his son. Но чтобы через его the world would be saved. Мир был спасен. And I saw like a yellow highlight pen come on those two words he gave. И как будто вот это жёлтое подчеркнуло, знаете, как вывелось два слова он дал. And then the eyes of my understanding received light. И вы знаете, я получил откровение, то есть мои глаза открылись. And it took me back to the teaching on the different kinds of love in the Greek. И я начал изучать о значении греческого слова любовь. Ira, storge, philia, agape. And the lowest form is the erotic love. И самая низкая это эротика, да, как бы эротическая любовь. Storge is like the kind of animal thing. Это как бы природное животное такое чувство. Philia is like brotherly friendship and kindness. Philia это как будто дружеские чувства любви. But Paul, he reached for a very rare and old word from a more historical Greek. Но Павел искал и использовал слово, которое историческое, важное, фундаментальное слово в греческом языке. Agape. Agape. Which is a sacrificial kind of love. Это любовь, которая жертвует. A love that's willing to give itself. Любовь, которая готова пожертвовать собой. For someone else. За другого человека. And then the next scripture that he. Следующее местописание, которое он Бог написал или дал видеть. He put up. Он дал мне увидеть. Was the scripture about if you then being evil. То место, если вы помните, будучи злыми. It's found in Luke chapter 6, if you then being evil, в Луке, кажется, написано в 6 главе, если вы, будучи злыми, know how to give good gifts to your children, знаете, как дать добрые подарки или дары своим детям, how much more, как насколько ли больше, shall your heavenly Father give ваш Отец to them Небесный that ask. На небесах, который даст вам больше, то есть, как говорится, если вы будете просить о Духе Святом. I'm sorry, that's in the Gospel of John. Так же это написано в Иоанна. And then the и потом in Luke, в Луке it's an interesting one, очень интересное это местописание, where it says that he is kind, что он благ, and he is generous, и он щедр to the unthankful, к тем, кто неблагодарны, and the wicked. И те, кто греховный, как сказать, в любом случае. Злы, будем говорить так. I just want to say that one again. Еще раз скажу. For he is kind, он благ and generous, и даятель, то есть он щедрый to the unthankful and the неблагодарным wicked. И злым. If we were God, если бы мы были боги с вами, we would say, okay, you're bad. Мы сказали, о, ты противный, ужасный. You're getting what you deserve. Ты получил то, что ты заслужил. And so many, many believers, they still think it's about performance. И многие верующие живут именно таким действиями, как бы performance, это как бы популизм таким. But there's none of us. Но никто из нас. Not one single one of us. Никто из нас. That can perform good enough. Не может делать достаточно добра. If we could have done it. Если бы могли бы делать добро так много. Ourselves. И стать хорошими. There was no reason for Jesus to go to the cross. Нашей жизнью тогда не было бы причины для Иисуса прийти в этот мир и лечь на крест. But the one that knew no sin, но тот, кто не знал греха, became sin, стал грехом за нас.
That we can become the righteousness of God. Чтобы мы стали праведностью Божьей. In Christ Jesus. В Иисусе Христе. Somebody give him praise in this house. Дайте ему славу, пожалуйста. Thank you, Lord. And then the last scripture was this one. Ask that you, until now, you've asked me nothing. Ask that you receive, that your joy might be full, made full. И последнее место Писания, которое Господь показал мне, это то, что я говорил сегодня вам. До сего дня вы ничего не просили у меня, но просите, и вы примете, и радость ваша будет совершенна. And I realized. Я понял. In that moment, в тот момент, I could ask him for anything. Я мог просить вообще у него все, что бы пожелал. And then all of a sudden, I weigh in on it. I think about it. Начал я потом думать об этом. And I said, Father. Я сказал, отец. I don't want to ask for me. Я не хочу просить для себя. I want to ask for the things that are on your heart. Я хочу просить то, что в твоем сердце для нас. And then I began to pray His word back to Him. И я начал молиться о Его воле, о Его словах, о Его желании к нам. The first scripture. Первое место, которое пришло мне на память. I think in your Bible it's Psalm 1. Псалом 1. Ask of me, and I will give you the nations. Просите, и я дам вам народы. For your inheritance. Ваше наследие. And the uttermost parts of the earth for your possession. И куда ни ступит ваша нога, вы будете это иметь. There is more power inside of you than you can possibly imagine. Внутри вас есть та сила, которую вы иногда даже не понимаете, что вы получили. Jesus, Иисус, ever lives to make intercession for us. Он постоянно ходатайствует за нас. I want to release encouragement right now. Я сегодня хочу вам высвободить ободрение. To every discouraged prayer person. Каждому, кто может быть разочаровался в своей молитве или желаниях. Give up. Не сдавайтесь. Your prayers ваши молитвы are the most powerful weapon on this planet. Самое сильное оружие на этой земле. The prayers of the righteous. Молитва праведника. The prayers of God's people. Молитвы Божьего народа. We can change nations. Мы способны менять целые народы. Bloody Mary, Queen of Scotland. It's not the drink, it's the woman. Королева Шотландии, ее называли Кровавой Мэри. Это не напиток, это женщина. She feared the prayers. Она больше всего боялась молитв. Of John Knox more than the armies of Scotland. Молитвы of England. John Knox, который являлся генералом армии. You study revival history. Если вы будете изучать пробуждение в исторических временах, and you will always find prayer at the backdrop of revival movements. Вы найдете одну причину пробуждения во каждом этом моменте. Это молитва. We have a base of ministry in Herrenhut, Germany. У нас есть служение в Хернхут, Германия. Back in the late 1700s, or in the 1700s, в конце 17 века, persecuted people from all over Europe. Из Европы люди съезжали с Ханхут, потому что были преследованы за свое исповедание. They came to this place, just right at the border of Poland, Czech Republic, Germany, where it all comes together. Они как раз собрались в этом месте, где Польша, Чехословакия и там Австрия или что-то еще было. And they were fighting each other. Они между собой не находили язык. They had hostility. They were tearing each other down. Они унижали друг друга при всем своем состоянии. They came together. Но когда они собрались вместе for prayer, для молитвы.
And they took Lord's Supper together. И они преломили хлеб и во время хлебопреломления. And when they broke the bread, в тот момент, когда они преломили хлеб, Holy Spirit came. Сошел Дух Святой на них. Holy Spirit came. Дух Святой сошел на них. And the convicting presence of the Holy Spirit. И вот обличающая сила Духа Святого. People began to fall on their faces. Наполнила их, и они начали падать на свои лица и признаваться в грехах и каяться. They were convicted with the scripture in the prophets where it said, "We put our mouths in the dirt." Где пророк говорил, мы опустили свое лицо в грязь. They were convicted for their evil speech against one another. Они были обличаемы за злой язык, который они используют друг против друга. In the same way that when Isaiah had his encounter in Isaiah 6, I'm a man of unclean lips. Это то место, где Исаия говорит, я человек с нечистыми устами. And I dwell in the midst of a people of unclean lips. И я нахожусь или обитаю посреди людей с нечистыми устами. And God's answer was to put fire on his lips, burning coals. Именно огнем свыше или же через угли горящие. And there in Hernhut, и в этом городе Хернхут, as they repented to one another, в то время, когда они начали каяться друг перед другом, God began to unite them. Бог начал соединять и объединять их вместе. And they began to pray 24 hours a day. И у них началась молитва, когда менялось один от другого 24/7. And that prayer meeting continued for over 100 years. И эта молитва не оканчивалась последующих почти 100 лет. Lord, we ask you. Господь, мы просим тебя. For a fresh prayer movement in Ukraine, God. Чтобы ты новое высвобождал помазание в молитве для Украины. Здесь, в Одессе, that there will be those that will stand in the gap. Где будут люди, которые будут стоять в проломе. That there will be intercessors that will be raised up. Которые будут подняты тобою. We ask you, Father, right now. Мы просим тебя, Отец, прямо сейчас. For fire to come down on this altar. Чтобы сошел огонь на твой алтарь. Fire to come молитвенный down алтарь. In this house. В этом доме, Господь, чтобы fire твой огонь of the по молитве. Holy Spirit. Духа Святого огонь. Аллилуйя. Listen. Послушайте. The only way we lose. Тогда мы проигрываем, когда is that we quit. Когда мы сдаемся. Мы проигрываем, когда мы сдаемся. Jesus said, Иисус говорил, I would that man, this is actually in the epistles, I would that men would pray everywhere without wrath or doubting. И даже Павел подтверждает это в послании. Прошу, чтобы мужья поднимали свои руки без страха и сомнения. Lifting up holy hands. Поднимая свои святые руки к Богу. Lord, we lift up our hands to you tonight. И мы сегодня поднимаем к Тебе наши руки, Отец. We thank you, Lord. И мы благодарны Тебе, Господь. That you hear the cries of your people. Что Ты слышишь вопль своего народа. That you hear our words. Ты слышишь наши слова. But you also hear our heart cry. Но ты также слышишь то, что внутри нашего сердца. You ask us. Ты просишь нас. To pray. О молитве. The Lord of the harvest. О том, чтобы выслать тружеников на ниву. The Lord of the harvest. Потому что Господин жатвы. To thrust or send out his laborers. Который призывает своих работников на ниву. Thank you. Спасибо тебе. For the fresh release. За свежее высвобождение. Of evangelistic ministry. Евангелизационного служения и молитвы. Амен. Hey! Hey! Think about the disciples. Подумайте об этих апостолах и учениках Иисуса. Watching Jesus go up. Когда они смотрели, когда он поднимался вверх. Away from them.
поднимаясь, отдаляясь от них. Sometimes spending entire nights in prayer. Находясь в молитве почти всю ночь. And they would see him come back. А потом они видели, что он возвращался после молитвы к ним. And one time when he came back. Однажды он пришел к ним. He said, "Lord, would you teach us to pray?" И они сказали: "Научи нас молиться." There was one time when he took Peter, James, and John on the mountain. А потом он взял Иоанна и Петра и Иакова на гору. And as he prayed, и когда он молился, в тот момент, когда он молился, he became white. Он изменился. And there was so much glory on him. И над ним такая была слава. And that became something that they never forgot. Тот момент они никогда больше не могли забыть. Thank you, Father. Спасибо, Отец. For in glory encounters in prayer rooms. Что ты встречаешься с нами в молитвенных комнатах. Thank you for glory encounters. Что твоя слава с нами соприкасается. Небесными соприкосновением. Thank you, Lord. В молитвенной комнате. Спасибо тебе. In John 17. Иоанна 17 глава. Jesus is praying for his church. He's praying for Иисус us. Иисус молится за своих учеников, за свою будущую церковь. He prayed these three things. Он молился о трех вещах. The first thing he prayed for us. Первое, о чем он молился, это было о нас. Is that we would be united. Чтобы мы были одно целое, мы были вместе. He said, "Father." Он говорит: "Отец." Make them one. Сделай их одно. Единство. It's a beautiful expression, this gathering. Вот в этом собрании сегодня очень классно видно это выражение, то, о чем молился. Here it is, the Thursday before the passion of Jesus. His last moments. Можно сказать, сегодня четверг по еврейскому календарю перед Пасхой. Его страдания, страсти. Praying. И он молился. And is as he was praying, в тот момент, когда он молился, he really was asking the Lord, the Father, if it's possible, can this cup pass from me? И помните, в этом Гефсиманском саду он в своей страсти в молитве к Богу говорил: если возможно, если это возможно, пускай эта чаша минет меня. Hebrews talks about this moment. И послание к евреям говорит об этом моменте. That it was loud and strong cries. Что это был вопль, это не просто была молитва, это был громкий вопль со страданиями. Sometimes we just don't need to pray nice prayers. Нам кажется, иногда хочется помолиться хорошими, красивыми молитвами. Sometimes we need to engage our heart. Но нам нужно вложить наше сердце в то, что мы выражаем. The effectual, fervent prayer of a righteous man avails much. Страстное желание молитвы праведного человека может совершить многое. Yeshua, Jesus, he prayed. Иисус, Иешуа, он молился. That we would be one. Чтобы мы были едины. Here we are. И вот мы здесь. We got a nice Jewish rabbi, my rabbi. Да, один здесь тут есть такой. I'm a Gentile. А он нет. But I have a lot of Jewish friends. Но у меня много еврейских друзей есть. All over this world. Во всем этом мире. Ephesians 2. Ефесянам 2 глава. Speaks of the wall of separation being говорит broken о той стене, down. Которая была разрушена. And God creating in himself one new man. И Бог сотворил в этот момент одного нового человека во Христе Иисусе. Here we are together. А вот мы здесь все вместе. Jew and Gentile. Евреи и нет. Ukrainian and Texan. Украинцы и техасцы. Yeah!
Here we are. И вот мы здесь находимся. In the midst of us. И посреди нас. There's a wonderful working of Holy Spirit. Великолепная работа Духа Святого. More Holy Spirit. И мы говорим больше. More Holy Spirit. Больше Духа Святого. More in this place. Больше в этом месте Духа Святого. Pour out on us. Излей на нас, Господь. The Spirit of grace, the Spirit of supplication. Дух и милости и благодати. Pour on it. The Zechariah 12. Захарии 12 глава. 13 глава. That they will look upon the one that they have pierced. Чтобы они воззрели на того, которого пронзили. Jesus prayed. Иисус молился. Make them one. Сделай их одним целым, едиными. Then he prays. Дальше он говорит. This love. Он говорит о любви. This love that we have, Father. И он говорит ту любовь, которую мы имеем между собой. Let this love. Пускай эта любовь. Be in them. Будет между ними. Maybe just touch your neighbor right now and just release the love of God. Just say. Прикоснись к плечу твоему соседу. Thank you, Father. Спасибо тебе, Аба. For the release of the love of God in this house. Что ты любовь свою высвобождаешь к ближнему твоему, моему. Beloved, love one another. Друзья, любите друг друга. Love one another. Любите друг друга. It's His glory. Hallelujah. This glory. Его слава. That you have given to me, Father. Которую ты дал мне, отец. I have given to them. Я явил ее им. I want to finish in John 18. И я хочу закончить словами из 18 главы Иоанна. As Jesus is there praying. В тот момент, когда Иисус молился. His sweat is falling like blood. В этот момент, когда он страстно молился, пот, который был как кровь стекала по его лицу. He finally says these powerful words. Он сказал последние слова, очень сильные слова. Отец. Father. Отец. Not my will. Да не будет моя воля. But yours be done. Но твоя да будет. Да исполнится твоя воля. And in that moment. В этот момент. Our destinies. Were spared. He gave life to us all. В этот момент он дал нам надежду жить. It was a hard, hard night for him. Это была самая тяжелая ночь в его жизни на земле. Betrayed by a kiss. Предан поцелуем. Drug off like a thief. Тянули его как вора, как преступника. Spent the night chained with his hands up in the very bottom of Caiaphas' home. Будучи связанным, вися на цепях перед судилищем. Stripped down. Обнаженный. Beaten. Побиваемый. Taken. Оплеванный. In the morning to Pilate. А утром его привели к Пилату. All the time. Каждый раз. To be the ultimate intercessor. Он оставался тем ходатаем за нас. Even with his dying breath. Даже с его последним вздохом. Father, forgive them. Он сказал, ходатай свою молитву. They do not know what they do. Отец, прости их, ибо они не знают, что делают. Jesus, we just thank you right now. Иисус, мы благодарны тебе сейчас. We thank you right now. Мы благодарны тебе. Through it all, our eyes are on you. Can we just begin to pray again? Мы сейчас начнем молиться. I want the worship team to come back. И группа прославления вернуться обратно.